Добрый вечер, Чай Горячий, с вами Рунтик и Турбо. Сегодня мы продолжаем играть игру под названием SMR Car Multiplayer. Да-да, дорогие друзья, всем привет. Да. И что же мы сегодня будем делать? Друзья, Рунтик, я тебе представляю гифу. Автомобиль по выкачиванию какашек. Сегодня будем кататься мы на этом, на осенизаторе. Выкачивать говно, так сказать. Вот, из водосточных труб. Каких водосточных? Из говносточных труб. Ну, кто знает, может, из водосточных. Да, и будем непосредственно Турбо сегодня учить кататься на грузовике. И вот, сосать какашки. Говно, и, да, сосать какашки непосредственно. Ну что ж, давай сейчас для начала пройду для тебя небольшой инструктаж. Давай. Вот, мы сейчас сядем в грузовичок. Смотри. Да, сядь на пассажирское сиденье. Блин, я не могу залезть. Секунду. Толстенький бывает, так. Блин, на грузовик-то сложно, да, блин. Да, ну слушай, он такой, типа, в целом. Он и в управлении, типа. О, тут сзади кроватка есть. Да, тут можно поспать. Мне прям спать можно, реально? Дверь ты закроешь, нет? Да. Все, закрыл. Все, отлично. Так, смотри, запускаем. Ты видишь, тут лампочки зажглись? Нет. Где? Нет. На панели? Да. Не вижу. Блин. Ну, вообще, по логике, надо дождаться, пока у нас тут свечи накала про это пройдут и все такое. Ну, я это сделал не жду. Ты видишь то, что я запустил? Не, я даже не слышу, блин. Понял. Правда. Хотя помнишь, когда ты за мной ездил, я видел, там ты с фары включал. А, да, мы же уже ездили на этой штуке-то. Так, погоди, я сейчас посмотрю, есть ли у нас какие-то запросы на откачивание говна. Так, это Delivery Firewood, это деревья. Блин, к сожалению, у нас нету, но можно приехать так, типа без телефонного звонка, насколько я знаю. Да, откачать. Но деньги все равно заплатите, все нормально. Хорошо. Так, короче, смотри. Значит, прикол этого грузовика в том, и вообще в целом грузовиков, то, что у нас тут есть как бы коробка, вот. И тут помимо того, что первая, вторая, третья, есть еще пониженный ряд и повышенный ряд. Вот, поэтому стартуем для начала на пониженную. Ручка, нет, ну ручка как минимум тут шевелится. Да. Отлично, а я сейчас свет включу, подожди, лайт. О, да. Все, четко, ладно, поехали, значит, потихоньку. Сейчас я чуть-чуть прокачусь, потом ты чуть-чуть прокачусь. Да, только странно, как бы, все работает, кроме того, что я не слышу двигателя, как бы. Ну, может быть, какие-то нюансы, так сказать, хотел сказать, перевода. Так, а может у меня звук тихий? Хотя вроде нет, птички поют. Да не. Короче... Нет, вы слышали. Хотя подожди. Не, я слышу что-то, но тихо как бы почему-то. Да? Да. Типа звук двигателя? Ну, по-моему, да. Ну, он такой, типа, просто не тихий. У меня вот тихий. Ну, не знаю, но, видимо, это да, нюансики. Короче, да. Фига ты, блин, рулишь одной рукой так, туда-сюда, нифига себе, блин, круто. А ты видишь, что я тут сцепление выжимаю, мне нога. Да, нога туда-сюда, да. Оп. Отлично. Блин, смешно это музыка. Смотри, тут есть кнопочки, короче, всякие интересные. Мы тут можем заблокировать блин. Можем, типа, видишь, там, если сейчас нажмешь F9, у нас задняя, это как бы ось, она вверху немножко приподнята. Я нажму, если F9, у меня пауза будет на видео. Блин, ладно, понял. Тут, короче, есть кнопка, где мы вот эту третью ось можем, типа, опустить, чтобы она каталась вместе с нами. И непосредственно сам этот гидравлик памп, это, ну, насос. Круто, да. Сейчас будем сосать, друзья! Ой, ну, какашки высасываются. Звучит не очень. Ну да, звучит, конечно, согласен. Блин, ну хорошо, вот мне нравится, когда мы днем едем, красиво так, блин, да, цветочки, деревцы. Да, забыли время за этот стопануть, ну да ладно, я думаю, ничего страшного. А я... Да, ладно. Ты стопанул? Нет, я забыл, как это делать. Да там время, пропуск, 10 часов ставишь. Я просто не хочу это делать за рулем, вот, и все. А, во, время пропуск, да, точно, все, 10 часов. Все, друзья, мы никогда с вами не будем спать. Сейчас, короче, смотри, мы повернем там налево. Вот, и ты едешь за руль. Нет, да. Там тогда просто не повезло. Ну, как бы повезло. С одной стороны, вроде как не повезло. Ну, было жестко, хрен знает, на самом деле, да. Так, все, смотри. Или мы сейчас доедем до первого клиента, он тут уже в целом. Ну, давай до первого, там уже разберемся. Дальше ты поедешь. Да. Надо тебя просто кинуть и уехать от тебя. Ой. Да? А, кстати, мне интересно, кому он бабки заплатит? Кто будет откачивать? Или вообще, как это сейчас будет все делать происходить? Мне интересно. Главное, чтобы он еще у обоих был, там вот это все, чтобы все работало. Нет, он у обоих будет по-любому, потому что они там всегда типа сидят. Все, смотри, просто у меня пьяницы тогда не было, как бы он был невидимый. Вот, нет, пьяница он потому что позвонил, он появляется только тогда, когда позвонил, а эти типа всегда. Но я его все равно слышал, самое что забавное. Это был призрак. Возможно. Так. Пьянчушка. Ай-яй-яй. И перунуть сюда не стрём. Мне еще, знаешь, что интересно, как это выглядит? Типа, ты же прям здесь сидишь, ну, далеко от меня. Ну да.
Вот, мне интересно, как это выглядит там. Типа, я-то здесь такое ощущение, как будто еду по дороге, да? Вот, не знаю, как там у тебя вправо выглядит. Не, по дороге, я да, нормально, нормально. Прям вправо ты прижимаюсь или нет? Не, не, как будто по центру едешь. А, нормально? Мне да? даже кажется, как будто наоборот ты, типа, едешь по траве. Ой-ой, давай, так, аккуратненько, все, блин. Мы приехали уже. Это что, какая-то деревня? Ферма? А, нет, тут один чел просто сидит, срет, вот, и непосредственно у него яма есть отчистная. Какой-то гараж у него какой-то такой, называется? Тухловатый гараж у него. Да? Ну, это? Ну вот этот вот дом. Понял. Не дом, а, ну ты понял, пристройка это, его... Он. А, его нету, прикинь. Опа, чел. Вот видишь. Опа. Ну, короче, смотри, идите сейчас. Но мы же можем все равно какашки по это. Нет, к сожалению, если его нет, мы как бы, мы можем, но не можем. Подожди. Ну, блин. Вот, смотри, открывай. Не, смотри, вот, есть куча говна. Где-где? Ты где? Да вот я. А. Ты видишь, я люк поднял. Ага, о, да. Ты не упади туда, ты помрешь. Реально? Да, а ты видишь, что я люк убрал, да? Ну, вот этот, ну, он справа, типа, такой лежит отдельно. Да, да, вот я его сейчас, хоп, сюда убрал. А как ты его берешь? Ну, типа, на ЛКМ. А, просто берешь? Подожди, да. А что-то у меня не берется. Ну, что, давай тогда попробуем. Он у тебя, наверное, как бы тут, но как бы там. Так, не, я даже видел, как ты его сейчас только что перенес. Так, ладно, давай, окей, как говно сосать? А, ты, короче, нет, ты сейчас следи так, чтобы я подъехал, короче, жопой к вот этой дыре. Угу. Очень странно звучит. Будешь меня направлять. Давай, 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 работаем, работаем, работаем. Я пристал, да. Время деньги, блин. Так, подожди, разворот. Так. Пока чисто в дом еду, да? Ну так, да, в дом. Так, еще. Блин, вдвоем на самом деле проще. Да, да. Во-во, все, назад, назад. Да, да, еще чуть-чуть на меня, налево. Ну, я не знаю, короче. Еще чуть-чуть. И чуть-чуть поверни немножко на. Вот так? Во-во-во, да. Во, стой, стой, стой. Наверное. Всё? Нет, чуть вперед надо. Чуть вперед? Да, ты немножко уже. Да, надо, чтобы у нас туда еще это как у труба поместилась. Да. А я не знаю, какого размера труба. Всё? Ну иди посмотри, ну, наверное, нормально. Так, сейчас посмотрю. Да вообще четко, идеально, чётко, я бы сказал. Балдеж, да. Ну все. Смотри, здесь труба есть. А, вот вижу, да. Take host. Take host, да. Ага. Ну нажми. О, нажал. Она вставилась. Блин, у меня не появилась. Так, ладно, я ну, ты сам нажму. Тоже делал для себя. Да, вот. И просто сейчас, короче, ищешь конец. Трубы. Понял. О, нашел. Да, и ой. Конец. И сувать туда, типа? Да. О. Блин, просто мне еще показалось, как будто бы ты двигал. У меня упало. Провались все тут. Да, у меня тоже потихоньку падает. Надо, чтобы она полностью вниз упала? Да, полностью. О, блин, ничего себе. Все, у меня полностью там. У меня что-то там тут это, завязалось, короче. Да, так и распутывай. Блин, ничего себе, это прям как в жизни, ё-моё. Ну так, а я тебе что говорю, все не так просто. Ща, надо тогда вынуть, блин. Ой. О. Так. Мне это просто так странно выглядит. Какой-то так. Блин, реально змея какая-то лезет туда. Так. Давай, давай, давай. Блин, оно как бы вроде бы... Это как бы шланг, но он какой-то такой, знаешь, кусками как бы. Ну, кусками, да, потому что это все-таки здесь ну, на понятно. Unity игра сделана. Сейчас блин, я тебе могу свет включить, чтобы тебе было лучше видно. Видно. Просто мне это... я не привык работать делать. С шлангами. Так, давай. Ладно. Давай, давай. О, блин. О, все, идеально, идеально. Все. Идеально? Да, да. Так, теперь, короче, три. Сейчас я нажимаю вот эту штуку. Какую? Все, и она, ну, в грузовике. И говно должно откачиваться. Ага, ну, наверное, мне тоже надо нажать. Ну, нет, ты посмотри, все, оно пошло. Я улетел. А, пошло? Да. Пошло? Смотри. Как узнать? Ну, говно уменьшается. Не-не, у меня не уменьшается. А, иди сюда тогда, смотри. Давай-давай, куда нажимать? Так, там вот здесь три трумблера, видишь? Самый правый нажми, гидравлик памп. Ага. Вот, и здесь... Так, он справа, вправо, да, должен встать? Так, подожди. Ты, по-моему, его выключил для меня. Сейчас, подожди. Сейчас, посмотрю. Да, ты его для меня выключил. Он должен влево смотреть. А, то есть мне... Подожди, дай-ка его включу. Подожди, а машина должна быть заведена? Да-да-да. Может, надо завести, может, надо завести надо тачку? Завести, да, ой, блин. Завести тачку тебе надо. Так, а где у нее? Слева там. Игнитион. Вот, блин, сложно, а, ребята, что это такое? Чисто на наркотах сидишь. Игнишн. Он только долго запускается. Угу. А потом еще как-то гудит. Так. Да, это качается этот воздух. Тема. Так. Все, гидравлик памп, ну-ка. Жми. Так, пожалуй. О, все. Пошел. Он, скорее всего, и у тебя пошел, если бы он тебя... О, да, пошел. Да, отлично. Процесс идет, какашки, ребята, какашки лезут.
Смотри, круто. Мы сейчас, короче, вот эту яму откачаем, еще какую-нибудь яму откачаем, и потом поедем кого-нибудь зальем этим всем делом. А если к тебе присоединить эту планку? А мне куда? Из тебя. Выкачать какашки! А, прямо из задницы, сразу напрямую. Из посредников, а? Да. Блин, было бы прикольно, если бы выкачать какашки и прыгнуть в этот, в канализацию и по подземному миру погулять. Да, но, к сожалению, если ты прыгнешь туда, типа, ты погуляешь по другому подземному миру. Ну да. А долго он качать, да? Ну, сейчас, подожди. Причем, ты слышал, типа, когда мы начали качать, тут он что-то начал говорить. Типа, о, у тебя кто-то. То ли мы, то ли тут чувак, который должен сидеть. Все еще качать. Иди сюда, кстати, чтобы было бы быстрее, надо, знаешь, что сделать. Ну. Здесь есть самая левая такая штучка, а даже можно, типа, не долезать. Она хэнд-тротли. Типа, добавь просто ручного газа. Хэнд-тротли. Да. А. Левую нажать? Да-да-да. Ну, не до конца только. Это слишком прям много. Ув газует, да? Да. Вы здесь прям дыма дофига. Да-да. И он реально быстрее будет качать? А, по-моему, да. О, знаете, да, там быстро как будто пошло. Там дым еще какой-то почему-то в какашках. Это не дым, это типа вода. А, да? Да, сейчас, короче, будет самое сложное, когда мы все это дело откачаем. Короче, я сяду за руль, вот, я отъеду, мы, короче, шланг вытащим, а потом ты сядешь за руль, и мы поедем. Учить так, тебя шланг ездить, да, за руль. Да там, я думаю, ничего сложного. О. Да, по-моему, все остановилось, кстати говоря. Я на бревнах. Сейчас посмотрю. По-моему, остановилось. Уже больше не качает. Что-то непонятно. А, все, да, все, вон у меня не, шланг. Не, у меня качает, у меня шланг что-то трясется, да. Я слышу то, что чел говорит, вот здесь, который должен сидеть. Да вот эти глюки. Да, ребят, глюки, урунтик, понимаете? Он должен денег, типа, дать. Но, к сожалению, нет. А может, он невидимка даст денег нам? Слушай, нет, у меня еще качается какашка. Качается? Ну ладно. Так. Так, ребята, качачка. Шланг трясется, да. Или, подожди, или то, что трясется, это еще ничего не значит? Ничего не значит. Понял. О, нифига, я могу прям вот так наклониться. Да, да, да. Так, все, у меня вроде все, да. Ну да, все. Там ты видишь, то, что шланг лежит, да, такой типа. Да, 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 он там такой же. Сложный. Вафленый. Что, выключать надо, да? Прям тут вообще просто в оргазмах сидит что-то. Да, памп, выключай. А кто-то ругается, реально слышу. Пентротли можешь убрать. А я убрал, да? А, слушай, ты отключил? Я вижу, что ты отключил. Реально, только кто-то, я слышал, нет. Ругался кто-то, подожди-ка. Он не ругался, он наоборот, типа, кайфовал. А, да? Типа, наконец-таки у меня будет, да, честная яма хорошая. Так, ну, так, все, блин, смотри. Не платит, гад. Короче, потихоньку поехал. Следи за шлангом, чтобы он не упал в эту дыру. Ага. А ты его вынул, нет еще? Нет. Ага, давай, давай, едь. А как он может упасть? Ну, типа, если я резко поеду. А, оторваться может? Ну, давай. Ой-ой, ой-ой. Нормально все? Ну, он у меня как будто на воздухе, но вроде держится, да. Ой-ой, колбасит. Ой-ой-ой! Ой! Что происходит? А! Он сейчас падет! Тихо-тихо-тихо. Нет. Тихо. Что? Нет! А, у меня шланг упал. Упал? Да, у меня, да. Твою мать! Ну, он забагался сначала и потом упал. Да, у меня тоже упал. Вот, блин. Ну все, какашки. Ну все, капец. Подожди. Ты полезешь туда? Нет. Да. А ты можешь? Да. Подожди, я сейчас с помощью этого ноуклипа подожди, я достану. Игра... А, нет! Всё, опа! Рунтик has died. Да ладно. А нельзя включить, кстати, бессмертие? Или оно так нет. Не работает? О, все, друзья, рунтик в мэр. Охренеть! Да? А что делать? Хороший был человек. А ты где появишься где-то? Что делать? Подожди, респаунил. О, машина. Все, я в городе появился. Ага. О, 300 марок потратилось, видимо. Так и так, друзья, ну что ж, я снова здесь. Меня видишь? Выбрался из ямы, вылез. Выбрался из ямы, получается. Блин, конечно, это бан. Да, блин, она лежит прям снизу. Страшно. А, подожди. А, я и так могу достать с помощью граб-мода. О, ой, его колба... Ой-ой-ой! У тебя тоже это происходит? Чего? Ты как будто какое-то нечто достал просто из этого. Оно у меня... Офигеть! Чего, он обратно... Нет, не обратно. О, все, успокоился. Да, ой, это было страшно, это реально, вот это хоррор сейчас. Опять рунтик, ужас сейчас. Какой. Тихо. Мне надо демона из тебя изгнать, у тебя рука трясется вместе с этим шлангом, шланг летает по всей карте, блин. Ё-моё, да. я сейчас убегу. Я его положил на место. О, куда? А как его, подожди, как его? Ну, берешь его за край, о, типа, который и, вот туда. И... Ты его взял сейчас? Нет. Что происходит?
Подожди, он у меня беснуется. Я не могу его взять! Ты что это такое? Ужас. Друзья, ну вы видите, что происходит. Рутик. О! Он у меня типа, у него половина под землей, он у меня из этого багается, говорит. Ладно, я его взял. Так. А как его положить именно сюда? Эйк этот, как. А, его надо именно за край, да, взять? Да. А ты. О, подожди, вот вижу. И аккуратно, чтобы он у тебя не слетел, а то он у тебя слетит, типа, и все. Ну. Ладно, ручка. Он у тебя вылетел из руки, скорее всего. Он у меня с этим проблема, он у меня просто тут реально летает по всей карте, шланг этот. А, ну, да? Хрен с ним, короче. Ну ладно, хрен с ним. Офигеть. Поехали. Тогда что теперь? Хорошо. Закроем сейчас только люк. Вот. Ну давай. Блин, мы реально, мы какого-то какашечного монстра сделали. Ну ты потом увидишь, у меня посмотришь, это жесть. Ужас. Так. Так, ладно, я за руль, короче, все, сейчас поедем. Блин. Сейчас поедем. Ё-моё, блин. Не волнуйся, все будет хорошо, Рунтик, не бойся. Ой, капец, я первый раз в этой машине сижу на пассажирском сиденье, охренеть. Так, так, у тебя там первое лоу написано, ручник убери. А как ручник убери? Справа от приборки, на ПКМ. Справа от приборки? Да, там. А, сбоку вижу. Да, да, да. Ага. Все, четко. Все. Нужна хнефть, ты опять включил. Ой, да я слушаю. Уверена. Так, один лоу. Куда ехать сейчас? Так, сейчас езжай налево. Ага. Один лоу, мне надо повысить, прям по полю. Сейчас, да, все, жми на R. На R? Да. Без сцепления. А, нифига себе, 2 плюс хай. Да. Ух ты, блин, полетели. Ну, едем мы, конечно, типа так. Я бы не сказал, что мы прям как-то... Тихо, аккуратнее. Опасно, аккуратнее. Да? Опасно, да? Ой, да. Сиди, нифига ты далеко сидишь, реально от меня. Он не вытянет. R нажми. Ага, все. О, видишь, круто. Пониженный. Куда, включил, куда, да? Куда? А, давай налево. Ой-ой-ой, по горам, по лесам, ее пердый театр. Ты, кстати, у меня заглох. Не-не, нормально, еду. А там на дороге куда? Блин. Быстрее, быстрее, быстрее! Давай направо. Ты что-то мы всегда налево катаемся. Ой-ой. Так, перевернемся сейчас. Нормально, все нормально. Я профессионал. Все, сейчас, блин, сейчас полетим, друзья. Ну, Эр, нажми, чтобы это хай включилось. У меня хай, хай. А, все, хай. Четвертая. Отлично. Летим, друзья. Слушай, ну, кстати, достаточно багованный едет грузовик. У меня его, кстати, вправо почему-то немножко, как будто бы. А, или ну, нет? Это нормально, потому что мы уже все-таки загрузили его немножко. А, в какашках. Я себя смотрю с видом от третьего. Ой, хорошо едем. Типа, блин, да, меня реально, меня направо это самое, он косится направо. Ну, здесь как бы дорога немножко налево идет. Да, нет. Слушай, ну, я прям багованно еду. А? А, то, что он, типа, направо накренен. Ну, типа, да. Как-то вот, да, ну, у меня, я как бы прямо еду, а его направо тянет. Я понял. Так, ну, а куда мы едем? До города сейчас доедем. Понял. Понял, принял, обработал, как говорится. Конечно, ну ладно. Дальнобой, а не на то и дальнобой. Ну, блин, да. Я вообще ничего понажимать не могу, я ничего не дотягиваюсь. Оу, охренеть, ты побеждай. Страшно? Ну так, да, был немножко не... Ой, мы летим-то вообще солидно. Соточка, соточка. Соточка? Да. Мне показывает то, что 80. Не-не-не. Ну едем. А, турбо! Нормально, нормально, я профессионал. Да. Блин, что-то меня вообще по дороге мотыляет. Да, этот грузовик, ты че, он же. Сзади нас машина, кстати говоря. А, мне страшно. Зеркало вижу. А, Рунчик, мне страшно. Мы на грузовике едем. Да нет, мне страшно, чтобы я что-то с вами сделаю. А когда ты ничего не сделаешь, здесь видишь, только в этой в говне можно, короче, утонуть. О! Чё? У меня этот ездит, эту синюю машину сейчас видел? Где? Нет. На встречу, у меня машина из мода проехала. А, не, я не видел. Я удалил из моды. Да, у меня другая, типа, машина из моды, которую я сегодня обзор, типа, снимал. Вот, он уже вышел. И забыл ее удалить. Куда ехать-то? Сколько у тебя на спидометре? У меня 100 с хреном. Ой, машина. В общем, мы вернулись, потому что мы практически доехали до города. Вот. И сейчас мы с вами будем делать то, что делают непосредственно все, когда откачивают свою первую яму. А, да, тут непосредственно есть задание. Плавают в ней. Нет, тут есть задание, типа мы, ну, как бы мы должны все это слить в специальное место, заплатить за это, типа, ну, утилизацию, там, налог, я не знаю. Вот. Но мы сделаем сейчас не так. Вот. Мы сейчас сольем это в одно довольно-таки прямо интересное. Прямо пока, прямо? Не-не, здесь направо. Давай, ты тормози лучше. Ты бы сразу сказал бы. Да-да-да-да-да-да-да. Ё-моё.
Друзья, ну что это такое? Я думал, ты уже типа привык, что здесь город. Да так, нет, сзади. Конечно. А, ты разворачивай. Ой, мы да. Турбо. А, ладно, ты вот так вот прям. Кто едет? А, да, придурок! Придурок. Стоит, там яма, да. Все, ну, нормально, слушай, нормально. Газуй. Затянул, капец, грузовичек. Да что-то я, бля, это, у меня мозг что-то работает, что тот, ну, когда ты едешь назад, тормозить надо на S, ну, ты понял, да? А, я понял. Привычка просто. Так, газуй. Да-да. Смотри, короче, мы сейчас поедем к одному типу. Здесь два типа есть, которые между собой немножечко враждуют. И один нам как бы даст, там, типа, по-моему, то ли много спиртного напитка, то ли много ящик пива. Так, куда тормозить? Дальше? Сейчас, нет, пока сейчас налево. Сейчас будет перекресток, сейчас налево поворачивай. Вот, видишь, тут станция такая стоит. Вот ее, вот сейчас паркуйся, я сейчас выйду, короче, и я вот тут, да? Тебя порулю, чтобы ты припарковался задницей вот в эти ворота, да. Сейчас. А, да, в те ворота? Да. Большие? Ну вот, которые открыты. Подожди, я сейчас выйду. Все. Красота вообще. Давай. Не подскочишь, да? Давай, на меня, Сейчас. Задние тебя включи, лампы. Ой-ой-ой, хоро. Ну, твою мать. Что, я врезался? Здание. Так да. Я ж не сдал, блин. Давай. Вперед. Давай, назад теперь. Назад. Сейчас. Ой, я вижу, что у тебя прямо задние включились. Давай, на меня. Не, стоять. Вот так, вот, да? Все, хорош. Да, прямо. Так, вот теперь прямо. Давай. Давай, еще. Так. Еще. Так, все, подожди. Не, еще. Так, чуть-чуть колеса вправо сделай. Ага. Да, и чуть-чуть так вот назад. Все, короче, прямо. Так, еще назад. И еще чуть назад. Все, хорош. Все? Выходи. Да, выходи. Так. Ну, так, ручник, выходи. Так, ручник. Только ага. Нейтралку включи. А, нейтралка, да. Пу-пу-пу-пу-пу, на Г. Ага. Фу, друзья, я справился, блин. Слушай, вдвоем реально удобно, да? Теперь иди сюда. Ты не знаю, ты вот здесь должен пройти, наверное. Наверное. Да. Отлично. Балдёж. Так, кстати, вот этот краник открываем. Какой? Вот этот сейчас. А, open spill во льве, да? Да. А если... Ой! Полезлось на меня прям. Ёперный театр. К сожалению, я не видел. А, мы типа, мы кому-то вредим? Да. А тут стоит мужик, это нормально? Да, это нормально, мы ему и вредим. А он... Видишь, у него подмышки мокрые. Ему нормально вообще? Рад, все нормально? Car Inspection, 325. Car Inspection. А, тут можно тачку типа проинспектировать? Да. Это, короче, типа официальный инспектор. А что-то у меня все вылилось, что так мало? Чего, да, все, тоже закрывай. Все вылилось, у нас все закончилось. А, как будто бы мы качали намного дольше, конечно. Ну так... Нашли. Так, короче, тебе что предлагаю? Вон там, видишь, тип идет из автобуса какого-то хрена. Здесь. Не вижу. Вон, видишь, тип идет. Не вижу. Подожди, давай ты пешнемся домой. Вот, сейчас попробуем еще одну работу. Не знаю, просто работает она, либо же нет. Чтобы сразу, типа, в этом ролике мы узнали. Так, давай, лети за мной. Тут недалеко. На какую кнопку я забыл? А, Ctrl-N. Ctrl-N русская? А, нет, английская. Да, блин. А, все, так и где-то. Тихо. Ой, а вот, вижу. Вот, за мной аккуратненько. Иди, да? Отлично. Да. Там кто-то кашляет. Короче, смотри, здесь можно дрова порубить. Ага. Я просто не знаю, вот, смотри. Но мы с тобой пробовали один раз, помнишь? Да, нет, здесь может быть другой. Вот я взял топор, так, видишь, так, в руке? Да. Ну, он как бы висит у тебя, ну, не совсем в руке, но как бы ты его держишь. Да, а вот, так. Вот ты видишь, тут бревно стоит? Да. А, прикинь, я не могу его рубить. Ты, по-моему, так, точно так же говорил в первой серии. Помай сам, Карлос. Попробуй, короче, взять тогда ты топор, возьми на ЛКМ и потом нажми F. О. Так, и теперь на правую кнопку мыши попробуй порубить вот это бревно. О, блин, я его уронил. Блин. Не, подальше от него отойди, да. Так, что-то не получается. Оно как бы не ломается. Я тебе другую поставлю, подожди. А я прикинь, могу разрубил, поставить. Разрубил. Разрубил? Да. Блин, к сожалению, нет. А поставь другое. Тут так, вот. Так, надо. А как выкинуть это? Подойди. Не, подожди, не надо выкидывать. Просто на пиклок. Да. О, ну поставилось, да. Да, у меня не поставилось. Короче, понятно. К сожалению. О, разрубил! Хорошо. Блин. Разрубил? Подожди, выкинь так, нажми на F, выкинь топор и попробуй сейчас тут вот загрузить полено сюда. Вот этот кусок, да, который? Да. Куда загрузить? Разрубил. Ну вот здесь стоит этот прицеп. А. Тяжело мне бежать.
Так, кинуть, да, туда просто? Да. Оно пропало. У тебя появилась типа, здесь небольшая текстурка дерева? Да, да. А, все, понятно. Короче, к сожалению, эта игра не... О, я могу здесь пассажиром сидеть, прикинь. Да? Да, подожди. Подожди. Прикольно. Мы хотя бы тогда так. А я у тебя сел как-то смешно, нет? Да, да, есть. Ну, типа, как за рулем. Ну-ка, ну-ка, давай. Сейчас, короче, мы повезем бревна, блин. А, я не сел. Текстуры смешные, конечно, просто как плоские бревна такие лежат. Ну да, к сожалению, да. Забавно. Не, ну, Майса Маркар, конечно, игра интересная такая, забавная. Есть ли что-то такое балдежное. Ну, а атмосферное. Ну да, да. Так. Рунтик херню играть не будет. Ну, рунтик-то понятно. А я? Ой, ты меня толкнул. О, ты, всё, ты подцепился, да, да, да. Да, отлично. Ты так смотришь на меня. А я тоже, да, спиной к тебе? Ты как будто срать туда сел. Блин, это знаешь, это как какой-то вот деревенский вайб, да, такой, сел такой, ноги свесил с этой штуки. Я говорю, если бы еще можно было этот сейчас, ну, поехать там шашлычок затопить, было бы шедево. Ну да, ну может допилят. Может допилят. Это что, болота какие-то? Да. Жестко. Кстати, не думал в новый этот, SnowRunner поиграть, как его там? MudRunner Expeditions, что-то такое. Не, не видел. Вот, новое выходит, так что да. Ну все. Все, приплыли. Короче, болото тебя завез, да? Отлично. Короче, мне кажется, что получился прикольный видос. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш каналчик. Да-да-да. Блин, чисто на превьюшку, короче. Ты стоишь в болоте. А я присел, да, у тебя? Присядь тоже на цель? Да. Отличная концовочка. Короче, если понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш каналчики. Вот, вам всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока.